Абрамовичу и не снилось. В Ухте прямо из дороги полилась нефть. Асфальт провалился, в образовавшейся канаве показалась черная маслянистая жижа. Произошло все на окраине города, в районе дома номер 20, по улице Куратова. К слову, всего через дорогу. От этого места располагается автозаправочная станция. А что это такое? Я в прошлом году 2 раза в водоканал звонил. Ну, при чем здесь водоканал? Тут нефтяникам надо звонить. Ну, я не знаю, тут же не нефтепровод какой-то идет. Ну, а что это посреди города сочится? Ну, это ж явно нефть. На место с проверкой выехали специалисты управления по делам ГО и ЧС отдела экологии. Эксперты установили, что причиной нефтяного фонтана в городе стала старая скважина. Сегодня утром были проведены углубления места, где была обнаружена вот эта нефтяная лужа. И после проведения земляных работ был найден головок старой скважины геолого-разведочной. Диаметр ее примерно 40 сантиметров. Материал, ну так визуально, очень похож на дерево. Территория Ухты постоянно подвергалась геолого-разведке города Ухты и прилегающей местности. Поэтому здесь очень много старых геолого-разведочных скважин. Угрозы жизнедеятельности населению и попадания в водные объекты нет. Вокруг ямы установлены ограждения. В ближайшее время специалисты ГО и ЧС и экологи будут вести наблюдение за участком, чтобы понять, является ли нефтепроявление локальным. Затем будут приняты меры по его устранению. Так, на этом участке будет установлена заглушка в виде бочки. Мероприятия по ликвидации скважины проведут позже. А пока же мэрия убедительно просит горожан не подходить близко к краям разрушения. Рытого котлована, есть риск осыпания.